Так, аппликатор Керамик Про. Новая Керамик Про. Капаем. Берем, делаем змейку. И теперь пошли змейку растирать. Не сильными, легкими движениями. Еще раз. То же самое. Делаем змейку. Пошли ее растирать. Задача перекрыть. Чтобы как бы две части мы идем. Раз и два. Чтобы у нас ничего не осталось. Подтеки не должны быть, самое главное. Вот еще сильнее. Пропуски тоже не должны быть. Так, крыло мы натерли. Берем фибру. В ожидании где-то несколько минут. Проверяется это все пальчиком. Берешь или фиброчкой. Чуть-чуть. На краешке помните. Вот, она еще не подсохла. Чуть-чуть она должна подсохнуть тогда. Сейчас по ней по всей идут радужные разводы. Значит, она у меня уже почти подсохла. Берем фибры. Сначала очень тяжело это будет. Он тяжело вытирается. Не сильными, такими легкими движениями. Вытираем. Первую часть вытерли, она в разводах. Фибру переворачиваем. И теперь легкими движениями. Только не круговыми. Совершенно легкими. Начинаем вытирать. Можно было еще чуть подождать, потому что она до конца еще не высохла, чувствую. Еще раз фиброчку переворачиваем. Вот, теперь она уже совсем подсохла. Фиброчка начинает ей тяжеловато. Где не вытирается, чуть-чуть поинтенсивнее. Движение немножко интенсивнее. Делается. Только не круговым движением, иначе можно расцарапать ее. Легкими, всем легкими движениями в конце уже. Вот жирочек, вот, он идет, идет, все, он уходит. Во. Еще раз фиброчку переворачиваю. Во, вообще все, пошла вся скользить. Вообще замечательно. Маленькие такие вот жирочки, слегка, которые остаются, это не страшно. Они все уйдут. Все, участок готов. Все, крыло готово. Ничего нету. Под разными углами смотрим. И большой жирочек есть, он идет. Через час его не будет. И следующий слой его перекроет. Все, фибра скользит. Все.